там у нас находится почта, аптека. Все для людей, для народа. Пешеходный переход в школу ходят дети. Вот, пожалуйста. И что? Никогда не делала. Здесь ходят дети в школу, да, по мусорке будут прыгать, бегать. Собаки, крысы, мыши, бомжи, все здесь. Собаки вот подбегают к мусорному баку, вытаскивают его оттуда и... Я понимаю, просто мы, у нас около 7-й школы. Мы были сегодня возле школы, ужас какой-то. Да, да, с этим ужасы. Тоже надо же бороться, но так же тоже нельзя. Что, у нас говорят, больше места вот нет? Говорят еще, что будут типа закрытые потом, в дальнейшем, что закрывать их будут. Это надо тогда здесь какого-то охранника ставить, чтобы он следил за этим, что открыли когда бак, и чтобы его закрывали. Это будет, подойдет, он его откроет, он его уже закрывать не будет, он кинет и уйдет. Нет, там вообще не знаю, как закупки будут вестись. Вообще, когда шел разговор о контейнерных площадках, то там речь шла, да, закрывающаяся с педалью. То есть нужно будет... Вы представляете, это зимой? Какие да педали? Это... Педаль застыла, и все. Педаль застыла, и все. Это не для нашего. А у вас сейчас какой 20 метров способ вывоза мусора? Ну сейчас вон там вот стоит этот бак здоровый, большой. Мульда. Да, вон там вот стоит. Он стоял на этой стороне. Да. Прям вот никому не мешал, никто ничего. С одного торца дома, с другого торца дома. Там не окошко тебе было, не проще. Я в понедельник на главу депутатский запрос сделаю. Мы ей звонили. Она в курсе. Ему. А кому ему? Главе запрос. Нет, главе, главе. Главе, да. То есть разговоры разговорами, но нам нужно документальные вещи. Правильно? И от этого отталкиваться. Давайте в понедельник я ему сделаю запрос официальный. Пусть мы будем ждать официальный ответ. Как бы. Ну и дальше, если что-то как бы пойдет не так, то давайте в прокуратуру напишем. То есть я дождусь ответа. Как бы, если он нас устроит, значит, как бы устроит. Если нас этот ответ не устроит, то прикладываем эту и в прокуратуру напишем.